Олег Шишов вышел на свободу. Во вторник утром экс-директор мостовика покинул исправительную колонию номер 8. У ворот его встречали супруга и личный водитель. Как отмечали адвокат Олега Шишова, он не хотел придавать огласке свой выход из колонии, а потому у ворот почти не было бывших сотрудников НПО «Мостовик», активно поддерживающих его на митингах. Первое фото освободившегося Шишова и тех, кто его встречал, сделали наши коллеги после недолгих объятий с близкими. Теперь уже бывший заключенный сел в автомобиль. Напомню, в сентябре прошлого года экс-руководителя мостовика осудили на 4 года за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. 16 марта Советский районный суд удовлетворил прошение Олега Шишова и его адвокатов об условно-досрочном освобождении. В заключении Шишов провел больше половины назначенного срока. Сам Олег Владимирович чрезмерному вниманию сейчас не очень рад, как и общению с журналистами, но нам удалось пообщаться с его супругой. Он устал, он отдыхает. Сегодня день просто тяжелый. Чувствует он себя хорошо. Очень рад, что пришел домой. Не то слово как раз. Планы появятся, но не сейчас. Вы же знаете, мостовик разорен. Поэтому какие могут быть сейчас пока планы? Он будет только еще над этим работать. И не будет никому говорить пока о своих планах. К слову, вслед за бывшим строителем из тюрьмы могут выпустить и бывшего заместителя губернатора Юрия Гамбурга. Он тоже подал прошение об условно-досрочном освобождении. Адвокат осужденного чиновника комментировать ходатайство не стал, сославшись на просьбу своего подзащитного.